Спортивные игры «Дети Приморья» планируется вывести за пределы края и проводить в дружественных странах. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на встрече с руководителями иностранных делегаций стран-участников международных соревнований. Я думаю, что, наверное, следующие игры «Дети Приморья» можно делать несколько более шире. Допустим, открытие и старт делать в Приморье, назвав их, допустим, «Юность Востока». Какой-то этап делать в Китайской Народной Республике. Какой-то этап делать в КНДР. Где-то, может быть, и у наших друзей посмотреть, и в Узбекистане, где есть маршруты, есть сегодня. С тем, чтобы был такой всемирный охват, и чтобы она действительно, значит, вовлекала все больше и больше количество своих сверстников, молодых ребят, занятия спортом, в активный и здоровый образ жизни. Напомним, 19 февраля во Владивостоке состоялась церемония открытия первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Соревнования будут проходить одновременно в 4 городах – Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Арсеньеве. Около 1000 спортсменов разыграют 31 комплект наград в 8 видах спорта.